Уже совсем скоро телеканал НТВ начнет показывать долгожданный 7-й сезон остросюжетного детектива «Невский» про будни полицейского Паши Семенова. В новых сериях в Санкт-Петербург из Москвы направляют заместителя министра внутренних дел генерала Кондратьева, чтобы в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг Павел Семенов получает звание подполковника, вместе с Андреем Михайловым становится сотрудником ГУМВД и начинает службу в убойном отделе управления уголовного розыска. В зоне их ответственности оказывается не только центр города и Невский проспект, но и весь Петербург и Ленинградская область. А вот верный друг главного героя Алексей Фомин возглавит криминальный мир Петербурга и начнет понимать, что мало захватить власть, ее еще нужно удержать. У него появляются новые влиятельные враги, схватки с которыми Фомин не сможет помочь даже Паша Семенов. Кроме того, Семенов в ходе хитрой оперативной комбинации наконец-то вычислит таинственного главаря банды архитекторов. Но не имея доказательств его вины, Паша будет вынужден пойти на крайний мир, рискнуть всем и, возможно, навсегда остаться вне закона. Над созданием 7-го сезона «Невского» команда трудилась больше года, за который, к сожалению, понесла потерю. Актер Александр Саюталин, исполнявший одну из главных ролей проекта Арсеньева, ушел из жизни 22 января 2024 года. Скорее всего, создателям сериала пришлось корректировать сценарные наработки 7-го сезона и не исключено переснимать какие-то сцены. Что же произойдет в итоге с персонажем Саюталина? В новых сериях узнаем уже в процессе просмотра. Главные роли в картине исполнили Антон Васильев, Андрей Гульнев, Дмитрий Паламарчук, Сергей Кашунин, Виктория Маслова, Анастасия Забирова, Игорь Павлов, Екатерина Рокотова и другие. Премьера 7-го сезона сериала «Невский» состоится уже 7 октября. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.